Здравствуйте, Транском Ирина. Какой у вас вопрос? Сегодня услугами интернет-провайдера Транском Лайн пользуются свыше 10 тысяч абонентов. А начиналось все с обслуживания всего пары домов в 6-м микрорайоне города Видное. Несколько лет компании понадобилось, чтобы наладить работу и сделать свои услуги высококачественными. Теперь это не только интернет, а еще телефония и кабельное телевидение. Транском давно вышел за пределы города и даже Ленинского городского округа. С уверенностью можно сказать, что это стремительно набирающий силу игрок на рынке интернет-провайдеров. Стремиться всегда есть к чему, и перспективы должны быть, потому что стагнация приводит к негативным последствиям. А нам хочется развиваться, давать людям качественные услуги, наращивать свои сети и предоставлять большее количество сервисов, ну и дополнительных услуг. В компании трудится порядка 20 сотрудников. Здесь два основных блока – технический, работа с оборудованием, и абонентский, контакт с пользователями. Операторы абонентского отдела всегда готовы прийти на помощь, компетентно рассказать существующим и потенциальным клиентам об услугах и тарифах. Никаких секретов нет. У нас индивидуальный подход к каждому клиенту, и как к физическим лицам, так и к юридическим лицам. Мы всегда находим решение для любой задачи. И находят отклик у клиентов, которые в юбилейный день рождения компании делятся впечатлениями от сотрудничества с Транскомом. Я вижу, что здесь работают, первое, компетентные люди, второе, доброжелательные люди. Как вы понимаете, для сферы обслуживания это очень-очень важно. Компания Транском Лайн очень хорошая. С момента заключения договора не было абсолютно никаких нареканий. То есть пришел, подписался и забыл. Качество отличное, скорость очень быстро хватает за глаза. Пользуемся больше 2 лет, все устраивает, классная компания. Одна слаженная команда делает большое дело во благо своих абонентов. Технические сотрудники ежедневно выполняют ответственную работу, выезжают на объекты, следят за оборудованием, также контактируют с пользователями, настраивают роутеры и выполняют ряд других технических задач. Компании Транском важно мнение получателей услуг. Здесь постоянно следят за работой сотрудников. У нас для этого есть и обучение, и монтажников, и наши техподдержки, которые это поддерживают удаленно клиентов, да, объясняют, что сделать. Вот. Мало того, у нас есть служба качества, которая после каждого вызова звонит и спрашивает, как вам понравилось там общение или не понравилось. Ну, соответственно, если какие-то проблемы возникают, то мы их разбираем с монтажниками и помогаем решить. Интернет-провайдер Транском Лайн ведет активную социальную работу, принимает участие в жизни города Видное, поддерживает проекты «Твори добро», конкурс эстрадной песни «Эдельвейс». Сотрудники компании неоднократно участвовали в турнире по мини-футболу и свой 10-летний юбилей считают только началом большого пути. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.